Документальный фильм «Путь к Бабьему Яру» сегодня презентовали в Киевской горадминистрации. Это лента израильского режиссера о нацистской оккупации Украины и истории Холокоста. В ее создании приняли участие историки из Украины и Европы совместно с очевидцами событий 1941 года. Фильм стал заключительной частью документального цикла «По следам неизвестного Холокоста». Эта история, история оценок не выставляет, история факты фиксирует. В фильме «Дорога в Бабий Яр» мы глазами Бориса Мавцира увидим именно беспристрастную фиксацию ужасных событий, свидетелями которых стали герои этого фильма. За 100 дней в Бабьему Яру было расстреляно нацистами около 100 тысяч людей, переважно большинство евреев. Если мы будем помнить нашу историю, если мы будем делать все для того, чтобы память про загиблих не зникла, це є запорукою, що такі трагедії ніколи не повторюються в майбутньому.